Тим часом по завершенні зборів людей на вулиці чекав чоловік з гучномовником та запасом купюр по 50 гривень. Їх він у якості благочинності пропонував усім охочим. Учасники зборів таке оцінили як спробу очорнити захід, аби потім можна було сказати, що люди прийшли сюди через гроші. Добродій свої політичні мотиви спростував. Бажання сорити грошима саме тут сказав випадковість. Часто ви так стоїте? Ну, как заработал денег, так и выехал. На заводе на обычном, ничего страшного. Так а что, у обычного заводчанина столько денег, чтобы раздавать? Сколько? Стране, вы думаете, а вы... много? Ну вот, так денег вы, немного. Вы сами спекулируете, люди... говорите о том, что подождите, вы думаете, я не спекулирую. Заметьте, я ничего за это не прошу. Ну, я раз, заметьте, просто вот любой человек, вы можете... Ну, не является ли это совпадением, да, то, что сейчас странно, как бы были сборы общественности? Вы не поняли, я иду пешком. Да нет, я говорю, что это совпадение пришел. Просто, да, то есть сборы общественности. Я сейчас здесь постою, если здесь люди стеснительные такие, я сейчас дальше пойду.